Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа эмулятора, а также ее ведущие Селект и Континуум. Очень приятно осознавать, что вы ждете новых выпусков, продолжайте нас смотреть, что вам также приятно вспоминать о старых играх, так же, как и нам о них рассказывать. Сегодня мы с вами хотели бы поговорить... Может, потренируемся, а? Опустим газету в серную кислоту. Об игре, которая в свое время... Почувствовали разницу? Сколько вешать в грамм? Спасибо вам за ваше внимание, оставайтесь с нами еще ближайшие 15 минут, и мы покажем вам очень много интересного. Ну а начнем мы с нашумевшего в свое время экшена «Контра», в который еще и сегодня можно пошуметь. Эта игра была обречена на успех. Да, игра вышла в эпоху голливудских боевиков и просто не могла не покорить фанатов подобного жанра. Интересный факт, стоит переставить местами ударение в названии игры, и мы сразу же услышим еще один шедевр игрового мира. Причем он будет совпадать не только в названии, но и в игровой задумке. Так сказать, беги туда не знаю куда, пали вон в то не знаю во что. Вершат правосудие, как всегда, парни с самыми большими пушками. Действия игры Контра происходят не Контра, а Контра. А, да, извини. Происходит в 27 веке нашей эры. Снова ошибка. Если принимать во внимание ближайший прогноз календаря Майя, то можно смело утверждать, что действие игры происходит после нашей эры. Ну ладно. Действие игры Контра... Контра. Да, извини. И нескольких ее продолжений разворачиваются на планете Земля в 27 веке после нашей эры. Главными героями являются бойцы спецподразделения под кодовым названием «Контра». Молодец! Объединенное правительство Земли разработало сверхсекретный план под кодовым названием «Красный Сокол», согласно которому «Контра» должны были найти и уничтожить врага. Проще говоря, это самое правительство будет обеспечивать вас парящими над головой контейнерами с различными видами оружия. Эдакая гуманитарная помощь. Но да ладно. По приказу Контра герои посланы на борьбу с армией пришельцев, стремящихся уничтожить планету. Ну, скорее того, что осталось от планеты после глобального апокалипсиса. Что касается самой игры, то по тем временам это был настоящий прорыв в графическом исполнении. В первой же миссии вы умудряетесь угодить в рекламу шоколадки Баунти. Вы попадаете на остров, оказываясь на скалистом утесе, поросшем сочной травой. Внизу плескается безмолвно лазурная вода. Вдали виднеются горы с белыми шапками снега. Над головой сверкает звездное ночное небо. Но как тут сохранять спокойствие, когда на все это позарились гадкие пришельцы? Атмосферу также создавала музыка, прекрасно подчеркивающая тон того или иного уровня, которые, в свою очередь, весьма разнообразны по внешнему виду и разнятся по способам прохождения. Вам буквально придется разорваться на все четыре стороны. Особенно сильно это чувствуется на втором уровне, где вы будете мочить надоедливых солдат, как в тире. Из секретных архивов нам удалось узнать много интересного и полезного. Номер раз. Героя в синих штанах зовут Билл Рейзер, сильный и смелый. Солдат же в красных штанах Лэнс Бин, ловкий и надежный. А не наоборот? Без разницы. И все же мы склонны думать, что это тоже является кодовыми именами. Дело в том, что оба персонажа названы в честь актеров, снявшихся в фильме «Чужие». Имя первого позаимствовано у актера Билла Пэкстона и Пола Рейзера, второго у Лэнса Хендриксона и Майкла Бьена. Номер два. Создавая внешний облик пришельца, разработчики, видимо, консультировались у Ханса Гигера, создателя образа Чужого в одноименном фильме «Чужой». Ну или ребята просто-напросто утараканили у Гигера его зверушек. Номер три. Ничего не напоминает? Да-да, тут тоже поработал тот самый злодейский парикмахер. Игрушка, несомненно, оставила жирный след в истории игровой индустрии. Некоторые поздние игры, выпущенные после Contra 3, ушли от первоначальной сюжетной линии. Но об этом мы с вами поговорим в наших следующих выпусках. Берегите землю, друзья. Мать вашу. Нам не давал покоя вопрос, какую же версию нашей следующей игры вам показать.
Вышла она на всех платформах, каждая имела свои плюсы и минусы, однако мы покажем вам версию, которая, по мнению наших экспертов, в основном сочетает в себе минусы. Но из-за любви к главным персонажам этого практически незаметно. Они пришли к нам из комиксов аж в 80-х годах. Потом был про них мультсериал, дальше кинотрилогия, кстати говоря, очень неплохая. Потом их портировали на консоли. И на консолях были и хорошие, и плохие игры. Мы говорим о «Черепашках-ниндзя», друзья. Заранее хотим вас предупредить, что все сказанное далее лишь результат тщательного анализа и не более. Ну, может быть, чуточку личного мнения. Игра полный отстой. Ну, можно было и не так сразу. Начнем с того, что первоначально на Sega и Super Nintendo планировалось выпустить порт с игровым автоматом «Черепашки-ниндзя» во времени, но технические возможности Sega были ограничены. В итоге для нее был создан совсем иной проект, который позаимствовал очень многое от Super Nintendo. При этом по сюжету это скорее порт игры «Черепашки-ниндзя 3» проект Манхэттен с Дэнди. Результаты этого головокружительного коктейля вы видите перед своими глазами. На дворе 1992 год. Сюжет больше не привязан к кинотрилогии, как это было на Денди, а ссылается на второй сезон мультсериала. Правда, и мультфильму игра следует очень слабо. Получилось скорее эдакое произведение по мотивам. Игра начинается с репортажа Эйприл О'Нил, в ходе которого мы узнаем, что весь Манхэттен оказывается уменьшен и похищен Шреддером, который бросает вызов черепашкам прямо в прямом эфире, рассекретив их существование. Если вам интересно, в игре на Денди в абсолютно аналогичной сцене Шреддер похищал Манхэттен с помощью летающей крепости из измерения X. Геймплей полностью повторяет «Черепашек-ниндзя» с Денди. Это игра в стиле «перебей всех на экране» и лучше пока до сих пор не придумали. В игре всего 5 уровней, и на самом деле это очень мало. При всем при том, что на дендивской игре уровней было 7, и это было на 8-битке. Тут они по-настоящему поленились. Такая же ситуация обстоит и с персонажами. Их мало? Ну, об этом по ходу дела. Начинаем мочить в канализации. Солдаты футов выкуривают вас на улице Нью-Йорка, первому боссу Кожеголовому. После головокружительного серфинга наши герои в панцирях оказываются на мистическом корабле, увешанном портретами Шреддера. Кстати, если под портрет встать, он обязательно на вас упадет. Битва продолжается в пещере, где футы сменяются каменными солдатами из измерения X, над которыми поставлен второй босс Рокстеди. Справиться с ним непросто, даже выучив последовательность всех его атак. Затем игрок перемещается в убежище Шреддера, где черепашек встречает третий босс Тацу. Да-да, тот самый обиженный всем светом мастер-ниндзя из художественного фильма о черепашках. К сожалению, ровно с этого момента игра начинает хромать. Следующий этап слишком однообразен. Пещера есть пещера, в которой, кстати, несложно и заблудиться. Прорисовка уровня здесь такова, что пройдя несколько метров, вы окажетесь посреди уже знакомых вам руин. Появление сразу аж 3 боссов в конце уровня тоже не вдохновляет. Ба! Так это ж знакомые мне лица! Вам придется заново сразиться с покрасневшим Кожеголовым, пожелтевшим, видимо, от морковной диеты Рокстеди и неубиваемым Тацу. Над которым, видимо, решили не издеваться, приняв во внимание тот факт, что он уже цветной. Насчет остальных, возможно, это был скрытый совет аниматора мультфильма «Черепашек-ниндзя». Крокодилы лучше смотрятся, когда они красные, а носорогам больше идет желтый цвет. Не знаю, на что рассчитывал появившийся под конец Бакстер Стокман в летающей капсуле. После совмещенных 3 предыдущих боссов вы запросто прихлопнете его как муху. Ну и по традиции все заканчивается на технодроме, где после очередного выводка солдатов футов черепашки сражаются с Крэнгом, а затем и с самим Шреддером, который прибегает к помощи глаза Сартана, становясь эдаким колдуном, закидывающим вас зелеными огнями с криками «Абракадабра!». А маяк Акопян против черепашек-ниндзя. Парадокс, в мультфильме Шреддер всегда был главным противником черепашек, но при этом никогда не был устрашающим или пугающим. Даже сами черепашки никогда его не воспринимали всерьез и постоянно подшучивали над ним, называя его консервной банкой или жестянкой. В играх же Шреддеру всегда приписывались некие сверхспособности. Во второй игре на Денди он постоянно создавал себе фальшивых двойников и был практически неуязвим. Мне кажется, у него где-то спрятан набор юного фокусника. На практике, как босс, он довольно слабый. Его атаки предсказуемы, а все удары как будто в молоко.
Складывается ощущение, что вы сражаетесь не с мастером ниндзя, а со слепым котенком. Когда жизнь у зловещего Шреддера подходит к концу, он неспешным шагом направляется к пропасти и прыгает вниз. Заметьте, сам прыгает. А тем временем в другой части города обеспокоенные жители, оставшись без крыши над головой, следят за вашими подвигами под неустанные комментарии Эйприл О'Нил. Люди настолько увлеклись зрелищем, что даже не заметили присоединившегося к ним Сплинтера. Напоминаем, Сплинтер — это огромная крыса из канализации, одетая в удобный домашний розовый халатик. Ничего необычного. В целом этот проект считается успешной адаптацией мультфильма в видеоигру, хотя и нарушает некоторые его каноны. И все-таки многое простить нельзя. Если вы заметили, Rocksteady предстает перед нами без своего верного приятеля Бибопа. Разделить этот дуэт все равно, что разделить Бивиса и Батхита, или Болика и Лелика. Неважно, главное замечание в том, что разработчики сильно поленились нормально и качественно доделать игру. Вышедшая параллельная игра для Super Nintendo наголову переплюнула сеговских черепашек лучшим визуальным оформлением, большим количеством уровней и персонажей. Sega заслуживала большего. Даже версия игры на Денди могла похвастаться более длинными и лучше проработанными уровнями. В целом, лучшая графика не всегда означает, что сама игра стала лучше. Однако напоминаем, что вердикт выносится исключительно вами, дорогие друзья. И снова мы с вами возвращаемся к формату 3D. Но спешим вас обрадовать, никакого подвоха или обмана здесь не будет. Поэтому приготовьтесь. Сейчас мы с вами погрузимся в одну из самых захватывающих космических стрелялок от Super Nintendo. Star Fox. Планета Корнерия. Правительственный центр звездной системы Лайлот, населенный антропоморфными существами. Какими существами? Антропоморфными. Сумасшедший ученый Андерс, некогда изгнанный из Корнерии за свои многочисленные преступления и сумасшедшие эксперименты, объявляет войну своей родной планете. Главнокомандующий вооруженными силами Корнерии генерал Пеппер... решает пустить в бой новый образец звездолета Арвинг. Он призывает команду наемников Star Fox, возглавляемую бесстрашным лисом Джейсом Маклаудом. В неравной схватке с сумасшедшим ученым Джеймс погибает, попадая в черную дыру, вызванную Андерсом, который вскоре объявляет себя императором и переселяется на планету Веном. После этих трагических событий сын Джеймса, Фокс, формирует новую команду, в которую помимо зайца Пеппи Хейра, лучшего друга его отца, вошли ястреб Фалко Ломберджи и жаба Слиппи Тоуд. И теперь Стар Фокс отправляются на планету Веном, чтобы разгромить армию безумного ученого и отомстить. Вместе они становятся последней надеждой системы Лайлет. Игра начинается. Кстати, насчет игры. Она также многим известна под названием Starwing. Игра знаменита тем, что это был самый первый на Super Nintendo 3D картридж. Так как сама приставка не имела графического адаптера, 3DFX сопроцессор был вшит прямо в картридж с игрой, как позже было проделано и с игрой Doom. Поскольку игр с настоящими 3D моделями в те годы практически не встречалось, Star Fox обрел мгновенную популярность. Игра имеет целый список достоинств и новшеств. Начнем с того, что вы можете выбрать путь своего героя, от которого зависит сложность игры, а также то, какие миры вы посетите, а какие нет. Впервые повреждение могла получить какая-то отдельная часть корабля, что отражалось не только на его внешнем виде, но и на управлении. У вашего корабля, конечно, есть защитное поле, но будьте осторожны и не сшибайте все подряд на своем пути, ибо и поле не вечное. В новинку также было и то, что время от времени кто-то из ваших боевых товарищей попадал в различные неприятности и просил помощи. Если не помочь им вовремя, то они могут получить серьезные повреждения и даже погибнуть. И это будет только на вашей совести.
По правде говоря, толку от них маловато, так как во время традиционной битвы с боссом вы остаетесь в гордом одиночестве. В игре есть возможность переключаться между видом от первого и третьего лица, что на некоторых уровнях превращает рельсовый шутер в интерактивный тир. Различные бонусы и апгрейды помогут преодолеть все тяготы службы на Звездном флоте. В конце каждого этапа ваш счет показывает, сколько врагов вы перебили и как хорошо вы защищали своих товарищей по оружию. Самое привлекательное в игре – это объемный обзор. Ваш корабль может ускоряться или замедляться, вы можете маневрировать между препятствиями и уклоняться от атаки противника. Очень вам рекомендую освоить фигуру высшего пилотажа «Бочку». Это не только помогает быстро и эффективно уходить от залпа врага, но и просто это очень круто. Последующие игры серии расширили границы жанра, добавив элементы приключенческой игры и шутера. Кроме этого, франшиза Star Fox также включает в себя и ряд комиксов. Но это уже совсем другая история, в которую мы с вами углубляться не будем. На сегодня это все, друзья. Вау! А где пицца? До встречи через неделю. Вау! Продолжение следует. Сейчас мы с вами погрузимся в удивительный космический захватывающий мир одной из самых технически продвинутых игр космической эпохи. То есть на зрителя, на меня, как бы у меня не получается, а потом вынимаешь... Ну, я тебе скажу подобнуть. Чего? Никакого обмана или подвоха здесь не будет. Как коробка спицы могла левитировать? Здравствуйте, друзья. С вами вновь... Снова. Здравствуйте, друзья. С вами снова. Да что такое? Оба. С вами... Микеланджело уже не тот. Нам не давал вопрос. А восклицательный знак вообще динамил. Да я тогда майки поставлю, а то он что-то такое весь из себя. Ты.